Здесь то же самое кукушки, подготовленные для пулеметчиков. Вот они по ночам бегают, эти дураки. Вот там бегают по ночам. Там иногда может работать снайпер. Там можно вытащить нормально. Ну и там в основном их очень много валяется. Они... Это называется СПГ. Куда попали? О, это называется СПГ. О, сейчас начинается бой. Пошли. Майк, я Марта. Ну вот так вот и живем. Сейчас попробуем пробежать. Сейчас вот чуть-чуть затихло. Аккуратненько пробегаем на первый этаж и начинаем уже там работать. Вперед. Так, все давайте в бой по позициям. Не успели мы снять полностью, как там мы живем, ну ладно. Есть, понял. Так, работаем мурзилки попарно. Один смотрит, два, подожди. Бачишь, аж чистю сидю нахуй, блядь. Короче, хотели позавтракать, не получилось. Знаете, как спросили у Эйнштейна, вы не знаете, ну, какое люди будут применять оружие в Третьей мировой войне? А вот знаете, что ответил? Ну, не знаю насчет Третьей, но в Четвертой мировой войне они будут воевать камнями и палками. Эйнштейн. Звуки слышно, да? Вот такая же тема работала, когда мы были в окружении Дьякова, Ролентина. Когда выходили, это било реально, блядь, со всех сторон. Самая страшная тема – это артиллерия. Тем более подлая русская, которая работала из-за границы. Вот так. Да это наш. Следи за разрывами, где будет разрыв тут. На приеме, на приеме. Пошли, кабаны. Где разрыв? А? Где? Охуен! Где разрыв, блядь? На полдевятого, пацан.
интересно. Бывает, стоишь настроенный, буквально рядом ложатся мины, уже настроены, не реагируешь, спокойно наблюдаешь. А потом от малейшего шороха. А там бывает, что шорох дернется, Вов какой-то буквально далеко упал уже. Расскажи, как вы выходили из окружения и откуда? Из окружения? Было в районе села Дьяково, на Луганской границе. Как выходили? Да просто взяли, построили колонны, да пошли прорваться с боем через вражескую территорию. Выход был тяжелый. Всю дорогу, пока выходили, открыли нас артиллерии плотно. Всю ночь выходили. Слава Богу, по крайней мере, наша бригада без потерь. Там ранены. Техники много потеряли. Вышли как. Ну, что потеряли, потому что состояние вообще... Приходишь, там, например, на роту 10 машин. И с первой компании пришло буквально одна или две штуки на своем ходу. Все остальные там телеты. В состоянии хранения, после хранения вообще никакущие. Зеленые коридоры периодически предлагали. И в принципе, как показала практика, больше дальше хорошо не повелись. Замануха была явная. Там людям верить нельзя на той стороне. Они бы коридор сначала дали, потом бы там расстреляли. Ну, командование, я так понимаю, это просчитало. И отказывались от них, естественно. Не, были некоторые подразделения, которые бросали там технику, оружие, выходили, нервы сдавали людей, в принципе, я их не обвиняю. И выходили через границу, через российскую уже, сдавались, а потом ну, переправляли. Ну, как-то считали, что надо стоять до конца, не знаю. Ждали команды прорыва и выхода. Десантник? Да, 79-м Николаевск. Ну, контрактник. Половина десантника, половина ПВСР. Правый, 79-й. На том терминале сейчас там 95-я. Ну, поддержки механы, артиллерия. Все удержим оборону. Одним организмом. Начинается концерт. Не сидится же вы дома, дебилом, а? Не сидится вам, блядь. Раз, два, три. Давай, братва, наступаем. Раз, два, три. Обосрались черти, блядь. Расскажите, как, ну вы же выходили из окружения, по-моему. Что там про него рассказывать, ужас сплошной. Они стреляют, мы не можем в ответ стрелять. На высоте вообще там живого места не было. Ни одной уцелевшей машины. Один единственный блиндаж там уцелел как-то чудо. Короче, жутковато вспоминать. Тоже думал. Уже шансы прикидывал, вообще никаких не было. Так боженька вывел. Еще просил, Господи, выведи нас отсюда. Возьми нас за руку, вывел. И здесь выведет, я надеюсь. Все будет хорошо. Что вспоминать? Все равно отдали это самое. Высоту. Сколько ребят нормальных там погибло. Могли бы территорию как-то не сдавать, по идее. Я не знаю, я солдат и не стратег. Я в отпуск. Я думаю,
это приедем домой, пойду в отпуск. Я думаю, отпуск заслужил. Ой. Буду валяться возле телевизора, смотреть. Про рыбок, про в мире животных, всякую херню. Осталось немножко только выйти отсюда. А кто атаковал-то? А? Кто атаковал? Кого? Вас. Когда? Да кто? Ну, сепары, никто там у них. Но артиллерия русская была. За границей била постоянно. Грады, там, минометы постоянно. Я не знаю, там, турами стреляли там. Не жалели. Танки, блин. Ребята там, конечно, вообще герои.